Уважаемые коллеги, добрый день. Мы готовы начать. Пожалуйста, напишите в чат, хорошо ли слышно, видно, сколько людей смогло подключиться. Хорошо, спасибо вам большое. Тогда давайте начинать. Меня зовут Максим Митрофанов. Я являюсь сотрудником Национального электронного информационного консорциума, про который вы, наверное, слышали и знаете. И помимо этого, волею судеб, так уж получилось, что я являюсь амбассадором организации «Кросреф» здесь у нас в Российской Федерации, и коллеги поручили мне провести первый из серии вебинаров о Кросрефе. Это будет сейчас обзорная, достаточно короткая такая история, минут на 15-20, после чего у нас предусмотрена серия вопросов и ответов, на который мы постараемся что-то ответить и что-то дополнительное рассказать, что не будет освещено в предоставленных картинках. Вместе с тем, поскольку народу зарегистрировалось много, и это очень радует, наверное, на все вопросы сразу ответить не получится. Поэтому могу сказать то, что этот вебинар и все, что вы напишете в чат, будет сохранено, просмотрено и обработано впоследствии. Ну, а теперь обратимся уже к сути вопроса. И вот первое, что я бы хотел вам показать, это команду Кросреф. Вот так выглядит те люди, с которыми вы будете работать или уже работаете, которые обслуживают ваш контент, занимаются его регистрацией, обработкой и всеми другими вопросами, которые возникают при работе с цифровыми идентификаторами DOI. Сегодня мы поговорим и про историю Кросреф, и про задачи этой организации, назовем количество членов, опишем ближайшие планы Кросрефа и сделаем краткое описание дополнительных сервисов, которые предоставляет Кросреф, помимо регистрации контента и помимо цифровых идентификаторов. Давайте начнем с истории. Кросреф образовался в 2000 году. И что самое важное, он был образован и организован издателями и для издателей. И вот с 2000 года Кросреф обеспечивает потребность научных журналов в идентификации и хранении данных о единицах научного контента, которыми могут быть журналы, статьи, книги и любые другие типы, о чем мы поговорим чуть позже, чуть ниже. Целью Кросрефа является обеспечение быстрого и качественного поиска и цитирования научного контента, а это означает, что Кросреф делает быстрым и удобным связь авторов, производителей и потребителей
научного контента. Цифровой идентификатор DOI, Digital Object Identifier, является международным стандартом и по ICO, и по российскому ГОСТу. Здесь номер его представлен на этом экране. Подробную документацию по российской части ГОСТа можно изучить, будет потом самостоятельно в интернете. Документ этот объемный. Тем не менее, это говорит о том, что цифровой идентификатор признан на всех уровнях и на настоящий момент действительно является наиболее широко распространенным, наиболее популярным и признанным всем издательским сообществом элементом, который идентифицирует научный объект. Crossref предоставляет услуги по формированию префиксов DOI, регистрации DOI. Crossref вместе с тем является и агрегатором, и поисковой системой, и базой данных, и обращение к сайту Crossref и связанных с этим других сайтов, как, например, Resolver DOI или сайт организации DOI, doi.org, позволяет работать с осуществлять идентификацию и поиск научного контента. Сейчас в Crossref 9500 организаций членов, индексируется 94 миллиона записей, то есть от научных 94 миллиона научных объектов. Помимо этого, Crossref предоставляет широкий набор сервисов, которые мы рассмотрим дальше, но все эти сервисы, здесь нужно оговориться, помогают потребителям и производителям научного контента следить за тем, как их деятельность, как их статьи растут, развиваются, цитируются, находят своих читателей и так далее. Есть интересный момент, что Crossref предоставляет API, API для того, чтобы научные журналы, для того, чтобы редакции научных журналов могли комфортно и удобно интегрироваться с этой системой и производить все действия, которые будут им нужны в машинном виде. Crossref работает с самым широким спектром тех же самых производителей и потребителей научного контента. На этой картинке я даже специально не стал делать перевод, чтобы организации, обозначение организации для того, чтобы не создавать такую кашу, но вы видите, что это и издатели, и организации, которые занимаются финансированием, научные институты, базы данных, репозитории, патентные бюро, регистрационные агентства и много-много других организаций. Объектами научного контента, которые подлежат регистрации в Crossref, могут быть практически все объекты. Журналы, книги, материалы конференций, стандарты, техническая документация, как отдельно, так и поглавно, рабочие тетради, диссертации, как в целом, так и поглавно, отдельные компоненты научных материалов, включая даже, например, цитаты, какие-то дополнительные материалы, которые являются приложениями к статье, к какому-то другому научному труду, препринты материалов, рецензии и другие подобные материалы. Вот здесь представлена диаграмма, как росло количество членов Crossref за период с 2016 по конец 2017 года. Для нас, наверное, особый интерес здесь может представлять справа внизу крашенный голубым сектор, такой треугольничек, это Восточная Европа. Здесь 822 организации за вот эти два года присоединились к Crossref, и
Можно сказать, что через Nikon, который является официальным представителем Кроссрека здесь, в России, по состоянию на 15 мая, по состоянию на 2 недели назад, было подключено 305 организаций, пользователей технологии цифровых идентификаторов, технологии DOI. Ну, вот здесь еще раз представление меня. В этом году, в самом начале его, Кроссреф ввело институт амбассадоров, то есть, условно говоря, представителей этой организации в тех или иных странах, для того, чтобы всем заинтересованным было возможно обращаться не куда-то за рубеж, а непосредственно сюда, к нам. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, окажу какую-то помощь. Представители есть во множестве разных стран, но вот для России пока одно имя. Переходим к второму разделу. Дополнительные услуги, которые оказывает Кроссреф в рамках своей деятельности для издателей и потребителей научного контента. Это референс-линкинг, то есть добавление цифровых идентификаторов в список литературы, cited by, отслеживание цитирований. При помощи этого сервиса можно понять и определить, откуда та или иная, давайте говорить про статью для простоты, цитируется. Similarity check, проверка текстов на заимствование, это, условно говоря, антиплагиат, который предоставляется дружественной Кроссрефу организации, она называется Authenticate. Мы об этом тоже чуть-чуть подробнее поговорим ниже. Кроссмарк, проверка актуальности версии публикации, об этом тоже скажем. Content Registration – это, собственно говоря, связка с и Metadata Delivery. Это вот как раз связка с и предоставление информации о всех организациях или каких-то еще участниках, которые участвовали в написании той или иной статьи, например. Вот reference linking, связка пристатейных списков, здесь чуть-чуть подробнее. Кроссреф всегда просит всех, кто пользуется данной технологией, обращать особое внимание на оформление пристатейных списков литературы. То есть в пристатейных списках литературы материалов, которые публикуются, должны быть указаны до тех материалов, на которые ссылается автор, естественно, при их наличии. Это важный аспект, потому что это позволяет расширять цитирование, расширять видимость той или иной статьи в международном информационном пространстве. И вот здесь на этой картинке, как в облаке, как раз и графически изображено вот это самое понятие. Мы знаем, что, к сожалению, и редакции очень часто с этим сталкиваются, и очень часто на это жалуются, что авторы пока, к сожалению, довольно гибридно относятся к оформлению пристатейных списков литературы, и DOI зачастую не указаны, а ведь если идут ссылки на иностранные статьи, на иностранные источники, и уж тем более, которые были опубликованы в журналах после 2000 года, и особенно в последнее время, можно с уверенностью сказать, что в 100% из них используются цифровые идентификаторы DOI. Эти моменты желательно, конечно, проверять и за ними следить. Вот благодаря тому, что Кроссреф получает и связывается с огромным объемом данных, мы говорили чуть выше, там 94 миллиона объектов, но вместе с тем Кроссреф видит и опознает более 724 миллионов записей научного контента. Вот такой вот интересный момент. Здесь просто один из примеров журнала, в котором показано, как
осуществляется и как ищется перекрестное цитирование по цифровым идентификаторам, по DOI. Кроссмарк. Это действительно довольно интересный дополнительный сервис, который указывает на специальную информацию о публикации, об обновлении, возможном ретаргировании и так далее. Кто-то мог написать статью, после чего внести в нее какие-то изменения, она будет снова опубликована, или статью что-то произошло, были исправлены какие-то ошибки, или произошло, не дай бог, ретаргирование в силу каких-то обстоятельств. И вот этот сервис позволяет предоставить вашим читателям наиболее полную информацию о том, какую версию статьи, какую версию материала читатель видит. На сайте журнала это выглядит вот таким образом. Рядом с цифровым идентификатором статьи указано вот это вот окошечко «Check for updates», проверить на обновление. И при нажатии на него показывается информация, которая связана с этим вопросом. Проверка на заимствование. Антиплагиат от Кроссрефа, давайте это так назовем. Как я и говорил, осуществляется при помощи партнерской организации Authenticate. Секрет заключается в том, что, конечно, они работают с англоязычным контентом, и для использования этого сервиса необходим прямой договор между издателем, ну и тем, кто хочет этим пользоваться, с организацией, которая предоставляет вот эту систему Authenticate, она называется Turnitin. Мы об этом более подробно поговорим, наверное, на наших следующих вебинарах или семинарах, пока за недостатком времени только в двух словах. Опять-таки представлен скриншот, как это выглядит в реальности, когда осуществляется проверка на, давайте назовем это антиплагиат. Это очень похоже на то, что вы видите, проверяя антиплагиат, практически одни и те же интерфейсы, одни и те же стили работы. Более подробная информация по Кроссрефу и их сервисам можно увидеть, зайдя на сайт Кроссрефа. Там же будет ссылка на вебинары, в том числе и на этот вебинар, когда это будет обработано и выложено. Планы на 2018 год – это сделать некий агрегатор из сервисов, чтобы все ссылки, все просмотры и все, что все данные, которые можно собрать о том, что кто-то когда-то интересовался этой статьей в блогах, на сайтах журналов, в социальных сетях, вот будет создан и запущен вот такой вот агрегатор всего этого дела. Так что можно будет смотреть и изучать, как ваша статья растет, живет и цитируется по всем направлениям, которые сейчас весьма востребованы. На самом деле, на этом основную такую обзорную часть я, наверное, заканчиваю. И мы переходим к вопросам, которые вы задавали. Попробуем на большинство из них или на какую-то часть ответить. Так, разрешите, я пролистаю до момента вопросов. Hi, Maxim. There are some questions in the chat box.
If you're able. Yes, to, I can see. Maybe you, if you can, if you could answer them live. Absolutely. If not, we will get back to people after the webinar. Thank you. Fantastic job. Давайте тогда мы начнем вот сверху. Я вижу, что первый вопрос по формированию статистики ошибок. Если какие-то журналы были загружены в eLibrary с ошибочными DOI с пробелами или с точками на конце, то при клике на DOI из eLibrary нам в организацию в отчет по статистике попадает ошибка. В eLibrary действительно нет возможности исправить DOI, чтобы DOI вели на правильное место, на правильный адрес, эти DOI, метаданные статей, для которых DOI загружен, нужно снова загрузить в CrossRef с исправленными, какими-то моментами. Другое дело, что, наверное, не очень правильно отправлять читателей ваших статей, вашего журнала в eLibrary, потому что, несмотря на то, что это замечательная организация, наши большие друзья и партнеры, для вас они являются сторонним репозиторием, и вы просто уводите потенциальных ваших читателей с собственного сайта журнала куда-то в сторону. Но смотрите это как вам удобнее. Остальные вопросы про ошибки давайте чуть-чуть попозже. Существует такое русское агентство цифровой стандартизации. Они также работают через CrossRef. Много чего могу вам рассказать про русское агентство цифровой стандартизации, но давайте это сделаем не в рамках вебинара. Как получить идентификатор DOI или где его можно посмотреть? Что значит его можно посмотреть, не совсем понятно. DOI – это элемент метаданных, который указывается в электронном виде журнала на страничке статьи, а в бумажном виде журнала на титуле статьи. Получить идентификатор DOI можно, обратившись в CrossRef напрямую. Если вы зайдете на сайт crossref.org, и там наверху есть вкладочка Apply, ну или через Национальный электронный информационный консорциум, который является представителем этой организации. Готов буду об этом рассказать также подробнее. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Да, вот, кстати, совершенно верно, про русское агентство стандартизации. Вот уже коллеги ответили, что они работают через DataCite. Это несколько другая действительно история, это другое регистрационное агентство, которое ни в коем случае не является конкурентным CrossRef, оно просто создано для другого. Вкратце, как мы говорили в самом начале, CrossRef создан издателями и для издателей. DataCite создана библиотекарями для библиотек, баз данных и массивов информации. Это немножечко другое. То есть у оригинальной научной публикации может быть один DOI от CrossRef и при этом много DOI от DataCite, которые ваша научная публикация может быть, например, в Ленинской библиотеке, в любой другой библиотеке. И вот библиотеки сами присваивают для своих массивов цифровые идентификаторы, приобретенные через DataCite. Пока на настоящий момент вот этот последний вопрос, как можно с вами связаться. Через сайт naikon.ru, через сайт elpub.ru. Давайте я здесь в чат для всех вот это вот напишу. Сайт elpub.ru. Там в разделе... Ой, пишу по-английски. В разделе «Контакты»
есть моя электронная почта, телефон и все остальное. Пожалуйста, звоните, с удовольствием отвечу на все ваши появившиеся вопросы. Пока вопросов больше нет. Если они возникнут, пожалуйста, задавайте позже. А сейчас, наверное, большое спасибо и до новых встреч. Непонятно, как задать вопрос. Вот написать сюда в чат, куда вы сейчас пишете. Так, вот пошли вопросы. Есть оригинальная статья и есть переводная версия этой статьи. Обоим присваиваются разные DOI. Есть ли возможность каким-то образом сцепить два идентификатора между собой, чтобы индекс цитирования был выше? На самом деле существует мнение, что оригинальная и переводная статья, хоть это и не совсем одно и то же, но DOI у них должен быть один. Это ответ на первую часть. А так, безусловно, да, это можно связать, упомянув в метод данных оригинальной статьи и переводной статьи о том, что вот оригинальная статья на русском языке имеет вот такой DOI, а переводная статья имеет вот такой DOI. Таким образом, они будут связаны между собой. Те, кому более интересен английский текст, например, зарубежным читателям обращаются к английскому варианту, русский к русскому. Порядок оплаты за выпущенные DOI. DOI не выпускаются, извините, DOI регистрируются. И вот сколько DOI вами было зарегистрировано за квартал на такую сумму и приходит вам счет. То есть DOI, регистрация DOI оплачивается по факту по итогам квартала. Напишите ваш путь. Да, напишу. Счета будут приходить раз в квартал. Так, подробнее информации о цене, пожалуйста, свяжитесь со мной, с удовольствием более подробно расскажу, потому что сейчас у нас заканчивается время. Будут ли еще вебинары? Вебинары обязательно будут. Можно ли присвоить DOI новому научному термину? Нужно будет посмотреть. Да, постоплата, совершенно верно. То есть постоплата. Сначала регистрируем, потом оплачиваете по факту. Совершенно верно. Значит, еще раз указываю свои контакты на сайте lpap.ru, раздел «Контакты». Вот, теперь, наверное, то, что я написал, видно всем. Там есть еще раз и телефон. Сообщения отправлены. Да, для иллюстрации тоже будет отдельным DOI. Странно. Моя электронная почта. Давайте еще раз здесь напишу. Так, давайте вот так попробуем. Вот теперь видно, вот, появилось. Замечательно. Вот здесь вы найдете координаты. Подробнее о версис-линкинг будем обязательно рассказывать на отдельном вебинаре, который будет посвящен этому сервису.
По поводу сцеплять, пожалуйста, поговорим отдельно уже после вебинара. Уважаемые коллеги, большое спасибо. На этом наша предварительная и вводная встреча закончена. Спасибо за ваши вопросы. Жду личных вопросов. И до новых встреч. Большое спасибо. Всего хорошего. Hi, Maxime. Is that everything? Yes, hello. Hello. is that everything? Is everybody happy? I think so. Actually, they asked rather common questions. Okay. I answer questions like this every day, 10 times a day, 20 times a day, and I feel pretty comfortable with that. Great. And I think I will... have a lot of feedbacks on my personal mail and on phone a little bit later. So I will inform you about the feedback, okay then? That's great, thank you. Feel free to pass on any, if you do get any questions that you're not yes, sure. Yes, if I have any difficulties, I will appreciate to ask you something, okay? Of course, of course. Thank you so much. Thanks. Thank you very much.